что главное, что это вот не просто поставили эту технику, да, она будет постоянно меняться. Причем пытаемся увязывать это с теми практическими занятиями, которые проходят студенты. То есть сейчас, если будут проходят они формоуборочную, да, технику и зерноуборочную, вот, пожалуйста, техника. Начинаем почвообрабатывающую технику. Изучать, значит, она меняется. Вот такое вот постоянное движение в сочетании именно с теми потребностями товаропроизводителей нашего учебного плана, она вот только даст нам пользу подготовить, как губернатор сказал, практикоориентированная специалист. Практически со всеми дилерскими компаниями, которые у нас имеются и зарубежных, и российских фирм, у нас заключены договора. Сейчас большую часть студенты выезжают там и проходят практику, потому что техника меняется. Новое поколение поступает, новое поколение техники. И мы, конечно, должны в первую очередь ее изучить, посмотреть и уже продвигать производство.